Сегодня мы отмечаем праздник День Победы. Путь к победе был долгим и трудным. Немецкие захватчики напали на нашу страну 22 июня 1941 года. Ровно в 4 часа утра напали неожиданно, без объявления войны. Во многих семьях сохранились письма с фронта. Их называли треугольниками, как они складывались в форме треугольника. Ссылались такие письма не простой почтой, а военно-полевой. Как же ждали этих писем в каждом доме. На войне сражались не только мужчины, но и женщины. Они были медсестрами, врачами. Сколько солдат спасли женские руки. 4,5 года продолжалась эта война. И вот наступил долгожданный день. 9 мая 1945 года по радио объявили об окончании войны. Каждый год 9 мая вечером пускают салюты. Победовалась дорогой ценой. Гибли миллионы солдат. Имен многих из них мы так и не узнаем. Каждый год в этот день мы вспоминаем погибших в боях за Родину. Праздник Победы народ отмечает. Сами воздушные в небо взлетают. Песни звучат о далекой войне. Гордо гвоздику дюзуя в руке. Спасибо вам, отцы и деды, что из отца сажали в бой. Спасибо тем, кто в День Победы вернулся с тех полей домой. Спасибо, я скажу сегодня, поклонюсь вам до земли. Спасибо тем, что для потомков свою Россию сберегли. Пусть мы пока малы, не знаем мы войны, но нам они сказали, картинки показали. Спасибо нашим дедам за этот День Победы. Майский праздник – День Победы, отмечает вся страна. Одевают наши деды боевые ордена, и с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога с этим бабушки глядят. Вас витали яблони и грусы, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюса, на высокий берег на крутой. Пускай огонь свечи, как символ веры, горит о тех, кто предан был без меры, кто голову сложил за мир земной. Зажжем свечу за вечный их покой. Yeah.